Долгожданные ключи от новой жизни. 12 ивановцев, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили жилье. Торжественная церемония вручения ключей состоялась в среду в администрации. Все квартиры приобретены муниципалитетом на вторичном рынке. Помещения благоустроены, площадь не менее 20 и не более 33 квадратных метров. Жилье предоставляется согласно списку нуждающихся Департамента соцзащиты. Всего в этом году приобретена 51 квартира. Это вполне соответствует сумме субвенций – 60,5 миллионов рублей. Именно столько выделил областной бюджет для Иваново. Предоставляются жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений. Этот договор действует 5 лет. По истечении этого срока администрация города Иваново вправе принять решение об исключении этих жилых помещений из специализированного жилищного фонда и в дальнейшем предоставить эти квартиры по договорам социального найма. Также эти квартиры у нас предоставляются в соответствии со списком, который формирует Департамент социальной защиты населения Ивановской области.